завершая блестящую карьеру в фитнесе. Миранда Коэн – американская фитнес-модель и фитнес-инструктор из Детройта, на которую просто приятно смотреть. Эта голубоглазая светловолосая девушка одним своим видом уже мотивирует на занятия спортом, на работу над своей физической формой. Миранда Коэн появилась 21 марта 1996 года. Врачи сразу поставили ей диагноз – врожденный порок сердца. Мать Миранды с детства поощряла ее вести здоровый образ жизни. Она хотела, чтобы перед дочкой перестал маячить риск попадания на операционный стол к хирургам. И сама Миранда, в свою очередь, делала все, чтобы сердечный недуг не мешал ее развитию как личности и не сковывал ее возможности. Она желала полностью реализовать свой потенциал, и в итоге ей это удалось. Еще подростком Миранда Коэн стала работать кэдди, так называют помощников игры, которые таскают мелкие мячи. Кроме того, довольно длительное время она занималась танцами. Здесь она пробовала себя в разных стилях. Это и балет, и хип-хоп, и джаз-танец, и чечетка. Известно, что Миранда даже была участницей танцевальной команды университета Западного Мичигана. В какой-то момент главной страстью этой симпатичной девушки стал фитнес. И в 2017 году она стала сертифицированным тренером по этому спортивному направлению. Миранда вспоминает, что как-то раз ее мать сказала: «Тебе лучше начать свой собственный бизнес, ты никогда не сможешь работать на кого-то другого». Девушка прислушалась к ее словам и к своим 25 годам уже основала собственную компанию. В качестве онлайн-тренера она помогает людям преодолевать психические и физические барьеры, которые мешают им достичь намеченных целей в фитнесе. Миранда четко понимает, что необходимо ее клиентам. Ее опыт и знания позволяют составлять эффективные планы тренировок, соответствующие потребностям тех, кто к ней обращается. Миранда не верит, когда кто-то говорит «я не смогу». А еще она считает, что самый сильный противник, с которым когда-либо сталкивается человек, смотрит на него из зеркала. Рост Миранды составляет 165 сантиметров, а весит она около 57 килограммов. При этом она способна управляться со штангами гораздо тяжелее себя. Не всякий мужчина справится с теми тяжестями, которые поднимает она. В частности, в одном из постов она показывает, как в рамках тренировки ног 4 раза выполняет становую тягу сумо с весом примерно в 150 килограммов и 5 раз румынскую тягу с весом около 100 килограммов. При этом она подчеркивает, что если человек делает подобное упражнение правильно, он должен испытывать дискомфорт и усталость. Легко ничего не дается. А среди упражнений, которые Миранда практикует, допустим, для спины и бицепсов, стоит упомянуть тягу штанги к животу в наклоне, тягу одной гантели в наклоне, тягу верхнего блока к груди, сгибание зотмана, сгибание рук на скамье Скотта. На данный момент на Инстаграм Миранды Коэн подписано около